Меня зовут Лев Кораблев. Я переводчик с китайского. Славные ребята. Я просил переводить слово в слово. А ты облажался. Ты пойми одну вещь, Максим. Просто твои проблемы — это вот такие проблемки. А у меня проблемы! Вот это ты должен какие понять. У тебя проблемы? Пистолет, детка. И поэтому я решил его взорвать. Взорвать, нарядно. Из-за тебя чуть не погиб мой сын. И теперь ему на операцию нужны деньги. А давай с тобой сыграем в игру. Ты исполняешь три желания, идет по 50 штук за каждое. Идет. Только желания сегодня, мне деньги вечером нужны. Вот борзой, а. Знаешь, что реально хорошо? У меня с тобой голова не болит. Ты мне 100 000 должен. Классная тёлка. Была. Ha ha ha!